Владимир? Да. В чем сила народа? В его единстве, в его духе, в его непоколебимости, в его выборах, в его векторах развития, в уважении друг к другу, в взаимном обмене внутри одного народа, когда знает буквально один человек, то сообщает всем это знание, и все уже знают это знание, они накапливаются, накапливаются. Это же круто. В опыте, в семейных ценностях, в передаче опыта следующим поколениям, в любви и верности своим принципам на долгие прекрасные столетия.